Тысячи студентов и выпускников собрались на набережной в парке Горького, чтобы поздравить «Альма-Матер» с вековым юбилеем. Сегодня НИТУ МИСИС – один из ведущих технических университетов России, входящий в топ-100 лучших вузов мира по своим стратегическим направлениям – металлургии и горному делу. Мы открываем новый век и ставим перед собой цель стать одним из лучших технических университетов мира. И для этого у нас есть все. Правильно выбранная стратегия, талантливые студенты, высокопрофессиональный профессорско-преподавательский коллектив и поддержка бизнес-сообщества. С юбилеем, друзья! Национальный исследовательский технологический университет МИСИС и компания «Металлоинвест» – давние друзья и партнеры. Активное сотрудничество ведется как с головным вузом, так и с его филиалами в Старомосколе, Губкине, Новотроицке, ОМК, Лебединский, Михайловский, ГОКИ, Уральская сталь – предприятия, где работают несколько поколений выпускников МИСИСа. Через несколько лет ряды трудовых коллективов «Металлоинвеста» пополнят сегодняшние первокурсники вуза. Ребята, учитесь, дерзайте! Считайте, изучайте мир, смотрите открытыми глазами вперед. Перед вами распахнуты все возможности нашего прекрасного мира. Вашим трудом создается и оружие, и скальпель хирурга, и суперновая современная техника, которая дает те возможности, которые вчера казались совершенно недостижимыми для нас. Считайте. Растите и двигайтесь только вперед. С юбилеем вас! Единственная просьба. Здесь много говорили про будущее страны и так далее. Попытайтесь по окончании суд доехать хоть до каких-нибудь металлургических горных предприятий. С праздником, дорогие студенты! Хоть иногда! Ура! В день столетия вуза была организована обширная развлекательная программа. Для гостей праздника работала экспозиция шатра НИТУ МИСИС. В зоне профнавигации представила стенды компании «Металлоинвест». Здесь специалисты всех комбинатов консультировали школьников, студентов и выпускников по различным вопросам. Отметим, Национальный исследовательский технологический университет МИСИС для «Металлоинвеста» является базовым вузом. Первое, безусловно, это само предназначение вуза. Ну, если можно так сказать, поставка нам специалистов для наших коллективов. Второе – это научно-исследовательские совместные работы и проекты. И третье, конечно, то, что мы сейчас очень активно развиваем, это площадка МИСИС как база для повышения квалификации действующих специалистов, привнесения новых знаний, новых технологий. И мы очень активно работаем по всем трем направлениям. Наше взаимодействие с НИТУ МИСИС всегда происходит на очень высоком, качественном, доброжелательном уровне. Я думаю, что так и будет и дальше. Если говорить о подготовке студентов МИСИСа, то «Металлоинвест» очень плотно вписан в весь учебный процесс. Компания оказывает поддержку в улучшении материально-технической базы вуза и всех его филиалов в регионах своего присутствия. На промышленных площадках комбинатов для студентов проводятся экскурсии и все виды практик. И ознакомительные, и производственные, и преддипломные. Для преподавателей – стажировки. Специалисты предприятий являются руководителями дипломных проектов, членами квалификационных аттестационных комиссий. Лучшие студенты вуза получают именные стипендии «Металлоинвеста». Студенты МИСИС отличаются глубиной знаний и высокой заинтересованностью в будущей профессии. Хотим сердечно поздравить НИТУ МИСИС с серьезным праздником, с юбилеем, пожелать дальнейшего развития и пригласить выпускников МИСИС для дальнейшего трудоустройства на наш Оскольский электрометаллургический комбинат, чтобы применить свои навыки, умения и знания, полученные во время обучения в НИТУ МИСИС. Староскольский филиал МИСИСа был создан 36 лет назад для обеспечения инженерными кадрами ОМК. Сегодня на комбинате работают сотни выпускников вуза. Многие из них стали ведущими специалистами, внесли значительный вклад в становление и развитие предприятия. В 2012 году я закончил Староскольский филиал научно-исследовательского технологического университета МИСИС. На данный момент я являюсь сотрудником Оскольского электрометаллургического комбината. В этом году я успешно выиграл научно-техническую конференцию, проводимую совместно с МИСИСом, в результате чего моя разработка была принята в производственную систему предприятия.
Научно-технические конференции, корпоративный форум молодежных инициатив, программа повышения квалификации действующих сотрудников предприятий «Металлоинвеста» «Институт лидеров производства», реализация проекта «Школа предпринимательства» в Новотроицке, открытие новой кафедры «Горное дело» в Губкине, создание Староскольского выставочного центра «Железной» и сталеплавильной лаборатории на ОМК, совместных направлений деятельности компании «СНИТУ МИСИС» не счесть. Новый век работы привнесет в жизнь вуза и горно-металлургической компании еще больше актуальных, полезных и амбициозных проектов.